аппаратно-программный комплекс ParkRide предназначен для фиксации нарушений в автоматическом режиме, нарушений правил дорожного движения. В данном случае нарушение правил остановки и стоянки. Несколько секунд, и на дисплей выводятся данные на припаркованные автомобили. Программа в рабочем режиме проводит комплексную проверку. В случае, если есть нарушение, вся информация подается на дисплей. В данный прибор записываются координаты мест, где нарушение запрещено, остановка и стоянка, где знаки стоят, запрещена остановка и стоянка, где пешеходный переход расположен 15 метров до него после, на перекрестках. Записываются GPS-координаты через этот датчик. В этом случае человеческий фактор практически исключен. Машина все делает сама, но рейдовые мероприятия все равно проводятся. Одно из самых выявляемых нарушений – парковка автомобилей на местах, где есть специальная пометка для инвалидов. Сотрудники госавтоинспекции обследуют территорию за торговым комплексом «Дидас Персия». Специально отведенной для стоянки инвалидов в зоне 6 мест. Три из них заняты автомобилями без опознавательного знака по ограничению. Несколько минут, и на руках сотрудников ГАИ данные на этих водителей-нарушителей. Каждый из них имел свое видение случившегося. Одни сетовали на постоянное отсутствие мест, другие на нехватку времени. Согласен, конечно. Ну, якобы, если бы здесь вообще бы местов свободных не было, но здесь еще места свободные были, когда я припарковался. Если какой-то инвалид приедет, то есть он заедет сюда. То есть, ни одного инвалидной машины не стояло. Так что еще когда я парковался, здесь еще пару мест было свободно. То есть я так и решил на тех 10 минут припарковаться, чтобы к врачу сгонять. А так я бы даже в жизни не парковался, уже я бы выждал бы, если я бы не спешил бы, я бы выждал, чтобы кто-то отъехал, чтобы встать на его место. И даже такие причины, по мнению сотрудников ГАИ, не повод для неправильной парковки авто. Это касается и других случаев. Мы эвакуировали автомобиль, который припарковался с нарушением правил дорожного движения на пешеходном переходе, тем самым ограничивая обзорность дороги и, конечно же, влияя на дорожную безопасность. С начала текущего года только в городе Бресте за нарушение правил остановки стоянки было привлечено более 2200 водителей транспортных средств. Что касается Брестской области, то за данный вид правонарушения привлечено более 5000 водителей. Предусмотренный за нарушение правил парковки штраф – это не только и не столько мера ограничивающая, сколько повод в очередной раз обратить внимание водителей на то, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. Преграждающий дорогу автомобиль может стать причиной трагедии, когда вернуть назад все будет намного сложнее.